Всем еще раз привет. У нас с вами очередная партизанская вылазка. Идем к морю. Вы наверняка уже догадались, каким маршрутом я иду. Я здесь уже бродил. Кто внимательный, точно знает и помнит. Вот, кстати, наша старая знакомая пальма, которые плоды, цветы, которые мне напоминали икру, смотрите. А? Все, уже вот первый бутон пошел, как говорится. Второй на подходе. Третий, четвертый в режиме, даже пятый в режиме ожидания. Вот, видите. Пальма маленькая, а такая уже цветущая. Ладно, топаем дальше. Тут такой фрагмент не очень удачный для визуального наблюдения, так сказать. Зимний период можно прокатиться на катамаранах, прям тут же на берегу. Наша старая знакомая неподстриженная пальма. Надо будет как-нибудь взять с собой секатор и хотя бы частично дать ей возможность выпустить новые листья, соответственно, набраться сил весной. Но вы уже наверняка слышите шум моря. Да, подход к нему не очень красивый, но зато мы не перебегаем через какие ленточки, не нарушаем. Ну и держимся подальше от людей, как говорится. Смотрите, вот оно наше драгоценное богатство, благодаря которому вы все наверняка приедете к нам в гости. Я бы сказал, это море нашей кормилицы. Вон еще паренек сидит там на берегу. Может быть, рыбку звал золотую, а может, просто отдыхает. Наличие этого паренька, отважного, так сказать, дает мне возможность подойти к морю менее замеченным. Так как любой патруль, который подойдет с той стороны, в первую очередь захочет пообщаться с ним. И, соответственно, даст мне возможность скрыться с места преступления. Ветер по-прежнему сильный. Волны не очень сильные. Море красивое. Солнце, все здорово. Но подходить к морю почему-то нельзя. А запретный вход, как мы знаем, слава. Тем не менее, я не буду тут сильно засиживаться, искать приключений. Просто покажу вам сейчас всю набережную. Вот там, кстати, тоже ребятки, если вы видите, сидят, балдеют подальше от река, как говорится. С той стороны вероятность того, что придет патруль со стороны Багратиона, крайне мала. И поэтому, усевшись, спрятавшись вон там, вон, парочки отдыхают, видимо, что-то вкусное, возможно, даже горячительное принимают на душу. То есть у меня практически двойной заслон с двух сторон. Yeah.
конец, как говорится. И поэтому потопаем мы, наверное, с вами обратненько. Посмотрели, подышали, проверили. Все на месте, все нормально. Коронавирус, собака еще такой валяется. Хорошо известно вам уже место Гавана Клуб. Парк какой-то. Слово как бы английское. Могу произнести его несколько неправильно. Чем оскорбить бар? А в английском я слаб. Учил его, учил в школе. Учил. Да не выучил. Вот. Кому-то знакомое хорошо место. Ну, я тупаю дальше. Пока ничего интересного, поэтому отключаюсь. Что ж, мы завершаем нашу вылазку. Сейчас мы идем к улице энтузиастов. Все старые знакомые места. Все тот же гостевой дом Тиго, который по-прежнему закрыт. Листва как бы не меняет свое место дислокации. Все пока в спящем режиме. Даже квитанции, которые приносит регулярно почтальон для уплаты коммунальных услуг, никому не нужны. О, вот идет наш старый знакомый. Да, сейчас мы поздороваемся. Бристоль. И мы выходим в сквер. Останавливаться в сквере я уже не буду. Я тут недавно был. Просто пойду не по дорожке, а по травке. Посмотрим, как тут дела обстоят. У одуванчиков. А одуванчики, я вам скажу уже, несмотря на то, что у нас всего лишь апрель, уже даже отцвели. Вот. И ждут, не дождутся, когда ветерок развеет их по этой площадке, и вырастут новые одуванчики. Кстати, фотографией сегодняшним утренним узнаете, когда я вас с доброе утро вам желал. Вот этот кадр был снят здесь. Бананчики растут, пальмочки тоже. Ну что, друзья мои, все, на этом мы заканчиваем нашу съемку. Всех. А, кстати, вы там готовите куличи, там уже испекли все. Давайте займитесь делом. Ну, я потопал. Все, всем пока.